Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала. В общем, видели видосик, как я пытался пахать одним плугом на малыше. Настройки навески были нулевые. Там я пытался что-то подправить, поднастроить. В общем, ничего не получалось. Кто не видел, вот здесь будет ссылочка вверху. Поэтому переходите, смотрите, как все происходило. Что в итоге я сделал? Во-первых, поменял двигатель, убрал 7-сильный мотор, который у меня стоял, и поставил 17 сил. Переделывать ничего не пришлось, просто открутил мотор, просверлил новое отверстие для крепления двигателя и заменил ремни. Все, накинул тросики, все подошло идеально. Как-то так. Осталось теперь доработать немножко плуг. Благо, знающие люди подсказали, как это должно выглядеть. Так, чтобы плужок работал, как говорится, как по маслу. Ну, это об этом будет, наверное, следующий видос. О доработках, о настройках и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, поставлю вот эти колеса луазовские. С такой елкой, будем говорить. Они чуть больше в диаметре, чем обычные жигулевские. Ну и попробую все-таки сломать полуоси вареные. Загоню плужок, как нужно. 17 лошадей. Если все будет хорошо, повешу уже сюда рамку. Может, даже попробую два плуга. То есть проверим, потестируем, посмотрим. Попробую на второй скорости, на третьей скорости, как он себя с одним поведет. Если будет справляться, нацеплю второй плужок и попробую все-таки свернуть вареные полуоси. Ничего я тут в этом критического не вижу, тем более делаю это на своей технике. Сварка рядом, огород рядом. Если что-то пойдет не так, обязательно засниму видос. Мне самому интересно, потому что экспертов у нас хоть отбавляй. Вот. Поэтому будет так. Ну, в общем, с этими моментами понятно. Ничего сложного. Заменить маломощный мотор на более мощный мотор никакого труда не составило. Сейчас поделюсь с вами своими, как говорится, планами, не знаю. В общем, мужики, смотрите. Накидал я такой вот эскизик, будем говорить, да, поставил раздатку, два карабаса, именно хочу использовать два карабаса шестерочных, вот, вот в такой компоновке, то есть, вот здесь будет находиться под коробками задний мост, чтобы было понятно, вот, это, вот эти вещи, как корзина, как муфта эластичная, будут находиться под сиденьем, как и все остальное, вращающиеся, крутящиеся. Соединять буду при помощи звезд. Будет у меня понижение здесь. Здесь будет стоять 13 зубов, здесь будет стоять 26 зубов. Понижение будет в два раза на цепи. Ничего в этом плохого не вижу, тем более критического. Сельхоз машины до сих пор используют в каких-то узлах все-таки цепи, как комбайны, как так и трактора. А для нашей техники маломощной вообще не вижу никакого, как говорится, никакой проблемы использовать цепь для более компактного и удобного соединения двух карабасов. Вот здесь я посмотрел, все прекрасно проходит. Как, не знаю, видно, не видно, солнце светит. Как кардан на задний мост. Как вилка сцепления. Все это маховик, будем так называть. Маховик, да? Хотя это не маховик, а диск тормозной. Ну, корзина крепится, будет маховик. В общем, все прекрасно становится, все прекрасно располагается. Здесь граната, дальше идет
вал. Также ж будет стоять еще один кулак поворотный, также граната ступица. Здесь будет крепиться шкив. Шкив я тоже определюсь уже на месте, какой мне нужен диаметр. Все это посчитаю, передаточные. Вот. Что мне это дает? Это дает возможность сместить его куда мне нужно. Хоть влево, хоть вправо, хоть выше, ниже. Там уже по месту, когда будет рама готова, я его поставлю туда, куда мне нужно. Соответственно, можно поменять будет длину. Либо сделать короче, либо сделать длиннее. Это вообще не проблема. И двигатель максимально близко расположить к ПВМ. То есть он будет постоять практически над узлом качания. То и обзор будет шикарнейший. Здесь я планирую все-таки на своем тракторке поставить кун. Вообще будет идеально. Конструкция должна получиться вообще идеальнейшая. Вот в такой компоновке. Плюс вот эти все узлы будут служить отличным противовесом. Отличнейшим противовесом. Сиденье станет над карабасами. Плюс водитель сверху, да. Мост. Вообще шикарный противовес для куна. Рама, соответственно, понятное дело, будет цельная. Но думаю, вот эти все карабасы и раздатку сделать им отдельный подрамник, именно отдельный. Все это сварить здесь на верстаке, закрепить, раскрепить, соединить, расположить, здесь опорный сделать подшипник. Все это будет на подрамнике. Потом просто этот подрамник лебедкой поднимаю вместе с карабасами и опускаю в раму. И в раме уже его закрепляю при помощи болтов. В случае где-то что-то нужно доделать, поменять, доработать, и чтобы не стоять в позе лотоса, вот я не знаю, это мягко говоря, да, и не ворочить раму там сверх, вверх, вниз, справа, лево, там на бок его ложить. Просто я откручиваю весь этот подрамник, достаю лебедкой, ну талькой, достаю и откатываю трактор, ставлю, допустим, стол какой-то, и весь этот подрамник опускаю на стол и занимаюсь в комфортной, приятной позе. Как говорится, везде удобно подлезть, везде удобно залезть, где-то что-то заменить, и либо еще там чего. В общем, это будет вообще отдельный узел. Вот. Так что пишите в комментариях, как вам такая идея. Одобряете, либо не одобряете. Мне самому интересно. Очень есть такое дикое желание именно вот таким образом все это дело скомпоновать. И получается что? Получается то, что у меня будет 32 скорости вперед и 16 скоростей назад. Как-то так. Вот такие планы. Скорее всего, это может недельку другую, и уже начну все это дело компоновать и собирать. Я думаю, будет интересно. Ну, раздаточка, понятное дело, будет где-то между ног. Вот тут где-то будут педали. Ну, то это мы разберемся на месте. Возможно, даже это все дело спрячется в раму. Не знаю. Но компоновка именно будет вот такая. Как-то так. Ну, на этом можно, в принципе, закончить видос. Я с вами поделился информацией, так сказать, для размышления. Об этом будет отдельный видос. А вот об этом хотелось бы подробно поговорить. Поэтому, что думает каждый, пишите в комментарии. Я их все читаю, народ их все читает. Возможно, мы придем к одному единому мнению, что, допустим, не стоит делать вот так вот. А можно сделать это все напрямую, без цепей. Сделать колбасу метра 2,5-3 и комфортно пользоваться.
Как-то так. Ладно. Мужики, всем пока. Всем удачи. Кто не подписан на второй мой канал, подписывайтесь. Добавляйтесь в группу самодельщиков. Ссылка в описании. Номер телефона мой также в описании. Кому, если надо, пишите WhatsApp, Telegram. Всем отвечаю, всегда на связи. С вами был Санек. Еще увидимся. Пока-пока.